Продолжаем, друзья, знакомиться с нашим городом. Очень много изменений было в этом году. Одно такое изменение – это наше вот это новое кафе. Сейчас я зайду и покажу вам его. Оно находится в районе центрального рынка. Здесь когда-то было продолжение пищевого рынка. Вот кто приезжал в Анапу, кто у нас отдыхает каждый год, он помнит, что вот это место было продолжением центрального рынка. И здесь стояли бутики. Сейчас у нас много изменений в Анапе. Вот одно из таких изменений – это новая кафешка. Здесь очень приветливые девчонки. Они все улыбаются, предлагают вам ассортимент. Вот видите, ну единственное, что сейчас они в масках. Ну что делать? Положение заставляет. Сейчас я пройду, посмотрю и покажу вам, что тут такого у них вкусного и интересного. Здесь вот мы прошли часть, там готовят шашлыки. Ну, сейчас утро, поэтому народу очень мало. Я вам обязательно покажу вечером, когда мы будем уже, они будут работать. И тут вечером уже, конечно, будет народу побольше. Вот большой-большой ассортимент. Девчата все приветливые, улыбчивые. Так что будете в Анапе, приходите. Вот это наше новое изменение. Ориентир – центральный рынок. Здесь когда-то были бутики, здесь продавали вещевые. Вещевой рынок продавали. Ох, пустой еще. Вот туда он выходит, на улице Горького. Здесь когда-то продавали вещи. Так, и с той стороны сейчас пройдем, посмотрим, что там есть. Ну, а я сейчас к вам подойду, да. Я обошла с той стороны. Ну, у вас считается как кафешка. Вот скажите, с той стороны, где я была, там у вас шашлычная, да? Да, а здесь пицца, суши-роллы будут уже сегодня откроются. Уже с той стороны, да, там надо вот посмотреть. Здесь. А, вот здесь прям? Вот здесь это все. Вот, наши двери, здесь уже пиццерия откроется. А, вот здесь, с этой стороны, да? Ходите там дальше. Угу, сейчас зайду. Здесь будет бар, вино, пиво. Здесь будет бар, вино, пиво, да? Да. Здесь... А там пиццерия и суши-роллы. Да. А здесь у нас вот ассортимент покушать. Вот первый покупатель. Нет, только пить хочешь? Так, сейчас. Пить хочешь? Так, вот тут где-то сказали пиццерия. Сейчас зайдем, посмотрим. Так. Так, а ваша пиццерия, это вот это, да? Не ответил. Мужчина. Это, кстати, был хозяин заведения. Так, еще строительство. Еще последние штрихи. Ну, уже вот работают они. Я поговорила с хозяином, он мне разрешил походить, поснимать. Вечером здесь уже собираются люди. Так. И я выхожу на улицу Горького. С правой стороны у нас центральный рынок. Ну, а это новая кафешка. Здесь будет пиво, горячие блюда. Это она. Расположен, конечно, очень удачно. Горького с Красноармейской. Здесь всегда такое движение. Здесь у нас вот бутики, сувенирная продукция. Так, ну а я заходила со стороны красно-зеленых. Вот то кафе. Здесь рядом шаурма Гира. Гирос. Видите, какие изменения. Бутики закрываются. Здесь в основном вещами торговали. Сувениркой. Сейчас вот новое, что у нас. Открылся круассанчик. Продают булочки, круассанчики. Пекарня такая своя, мини-пекарня. Вот она. И вот рядышком вот это новое кафе. Оно расположено возле центрального рынка.
работают уже экскурсии. Все по 150. Ну, сейчас зайдем, посмотрим, что тут продают. Ой, какой аромат! Доброе-доброе! Ой, какой у вас аромат! Вкусняшек сколько! Каких мой, какие вкусняшки! Торты, пироженки! Что? Для канала «Анапа любимая», «Планета Земля» с Татьяной Пановой. Я ухожу, я только посмотрю ваши вкусняшки и уйду. Все поняла. Не разрешают. Ну, ладно. Так что, друзья, будете в Анапе, приходить. Это новое наше такое... новое заведение. Девчонки сказали, нельзя, надо спрашивать хозяина. Ну, нельзя, значит, нельзя. Ну, а мы продолжаем знакомиться с Анапой. Это улица Красноармейская. С правой стороны автовокзал. И он уже работает. И сейчас мы пройдем поближе к автовокзалу. Так, я подхожу к автовокзалу. Вот обратите внимание, тетушки стоят. Жилье, жилье. У этих тетушек можно договориться снять жилье. Автовокзал у нас работает. Автобусы по расписанию. Вот стоит автобус, кажется, на Новороссийск, стояночка у автобуса. С левой стороны стоянка такси. Небольшой зал ожидания. Вот тетушки сидят, предлагают жилье. А рядом автовокзала кассы. Тут же экскурсии. Это вот через дорогу я вам показываю. Ну, Кристина у нас была, Христина, а рядом новая Мария. На первом этаже там столовая была такая небольшая. В этом году построили Марию. У автовокзала останавливается автобус 128. Вот я как раз его увидела. И тут можно сесть на этот автобус и доехать по Пионерскому проспекту, ДМТ и поселок Витязева. Вот видите расписание. Ох, не успела. В общем, Витязева. И будете ехать до Витязева по Пионерскому проспекту. И в аквапарк можно попасть, и в санатории различные. В общем, этот автобус 128 берет свое начало от автовокзала. Сегодня тепло, жара спала, всю неделю было 38, сегодня градусов, наверное, 27-28, солнышко спряталось, воздух свежий, приятно ходить
Всю неделю тяжело было. Вот тетушка меня не пропустила. Спешит куда-то. Столовая София. Тоже прошла у них реконструкция. Такой хороший ремонт сделали. Можно зайти посмотреть. У меня время есть еще. Какие у нас тут цены. Руки можно вот сразу помыть. Шашлычки. Так, ну а здесь ассортимент. Нет, не надо, я не снимаю вас. Молодой человек. О, хинкали, друзья. Пельмешки. Такой большой ассортимент. Тут рядом венца можно попить. Очень уютненько. Очень уютненько. О, даже пиво есть. И пиво можно попить. Мороженое. Сделали уютно. Ремонт. Что значит ремонт? Все по-другому смотрится. Приятно заходить. Очень хорошо, очень уютно. А тут смотрите, какая зеленая клумба. Так, что еще нового у нас в Анапе? Вот я нахожусь на улице Красноармейская. Вот с этой стороны стояли маленькие бутики. Видите, друзья? Все посносили. Выложили плиткой. И поставили новые красивые павильончики с освещением. Конечно, сейчас приятно работать в таких. Вот, видите, вечером они мигают, привлекают покупателей. Вот, такого качества. Совсем другие стали бутики. Еще бы лавочек побольше поставили. Что здесь продают? Сувенирки, вещи, купальники, шляпы, платья, духи. Здесь есть бутик, где продают травы местные, разнотравия. Мне кажется, его прошли. Арабские духи. Вот если сейчас я его увижу, я остановлюсь. Вот здесь вот у нас арабские духи. Здесь вещи, шляпки, шлепки. А, вот лечебная косметика и травы. Ну, не буду заходить, потому что здесь ассортимент очень большой. Кому что нужно, можно прийти, посмотреть. Здесь есть масла, есть шампуни, есть вода, есть косметика. Есть для лица, для кожи, для тела. Выбор очень большой. И вот тянутся они до проспекта. А уже дальше начинается Пионерский проспект. С правой стороны у нас торговый центр проспект. И дальше начинается проспект Пионерский. Отель Плаза. Сан-Марина. Сан-Марина тоже новенькая. Сколько лет? Года два или три гостиницы. А вот через дорогу дедуля выходит каждый день, играет.
Давайте пройдем. Кинем ему денежку. Прощаемся. Увидимся в новом видео. Подписывайтесь на канал «Анапа любимая». Мне нужна ваша поддержка. А также смотрите мой канал «Планета Земля» с Татьяной Пановой. Пишите комментарии. Делитесь с друзьями. И приезжайте в гости!